Добрый день, меня зовут Лина Шахриева, мне 34 года. Последние несколько лет меня беспокоит состояние здоровья моей мамы. Она гипертоник. У нее периодически повышается давление до 180-200, это верхняя граница. Она категорически отказывается от походов к врачам, от приема лекарств. Она считает, что можно полежать, если плохо себя чувствуешь, выпить ромашковый чай, и все само собой пройдет. Добрый день. Меня зовут Зубкова Ирина Витальевна, мне 57 лет. Да, действительно, давление у меня повышается периодически, но я считаю, что не стоит бежать сразу к врачу, принимать лекарства. Все-таки возраст берет свое, должен организм справляться сам. Подскажите нам, пожалуйста, кто из нас прав и в чем состоит опасность того, если не принимать лекарства при высоком давлении? Спасибо.